Эпидемия коронавируса поставила многих кормильцев семьи в Афганистане перед сложным выбором – заразиться COVID-19 или умереть от голода. Больше половины населения Афганистана живет за чертой бедности. У людей нет каких-либо запасов или сбережений, чтобы продержаться во время карантина. Даже в Кабуле, наиболее благополучном регионе страны, только часть людей соблюдает карантинный режим. Выходим из дома, чтобы найти деньги на аренду, электричество, еду. Да, мы рискуем заразиться коронавирусом. За 47 лет своей жизни я ни разу не получал помощь от государства. Даже сейчас на него нет надежды. Продавец этого продуктового магазина в одном из микрорайонов Кабула говорит, что после введения властями строгих мер его клиенты стали чаще брать товары в долг. У людей нет денег, они заимствуют у нас. Даже наш сосед, который работает в государственном учреждении, товары берет в долг. Он из-за карантина зарплату не получил. Все сидят без работы. Я сам даже не знаю, как оплатить аренду магазина в этом месяце. Сегодня 13 день карантина в Кабуле. По сравнению с первыми днями, люди на улице стало больше. Это в основном те, кто вышел в поисках хоть какого-то заработка. Некоторые компании и фирмы на время карантина уволили своих сотрудников. Помимо этого, ряд безработных пополнили вернувшиеся из-за эпидемии в Иране и Пакистане трудовые мигранты. До пандемии треть населения Афганистана были безработными. Похоже, теперь этот показатель вырастает еще больше. Полицейские забирают рабочих с собой. У нас у одного работника 9 детей. Если они не выйдут на работу, их дети будут голодать. Если вирус не убьет их, то они умрут от голода. Мы работали в отеле. Из-за карантина мы потеряли свою работу. Правительство хочет, чтобы мы оставались дома, но там мы умрем от голода. Согласно распоряжению главы МВД, сейчас улицы Кабула патрулируют полицейские наряды. Сообщение столицы с регионами заблокировано. Город практически изолирован от остальной части страны. Официальные лица каждый день призывают людей не выходить из домов. На днях за нарушение карантина ввели штраф 18 тысяч афгани. Это примерно $240. Лиза Карими, специально для телеканала «Настоящее время», Кабул, Афганистан.